это кубок, и в кубке всегда получаются разные результаты, так что вы видели, что мы не единая команда, которая имела проблемы с этими командами нижнего дивизиона. Игра получилась сложной, но мы выиграли и довольны, что мы прошли дальше. Согласен с вами, что мы играли первый тайм лучше. Надеялись, что со заменами, которые сделали в втором тайме, будет еще лучше, но это так не было. Велес играл хорошо, они борились, они хотели сравнять счет. Это получилось им из стандарта, и игра становилась сложной до самого конца. Я думаю, что многие команды из ФНЛ, когда играют с командами из Премьер-лиги, они чуть-чуть прибавляют больше, чем нормально. Егор, поздравляем с победой. Как и в прошлом году получилась она через серию пенальти. Вообще, в целом, насколько тяжелым получился этот матч? Да, действительно тяжелый. И, как гол показал, не успели привыкнуть к мячам. Полностью моя вина была в пропущенном голе. И поэтому к ребятам, по самоотдаче нет вопросов. Единственное, по игре я не понимаю, почему мы играли вторым номером. Все владение было у соперника. Им тоже большое спасибо за игру. Такие матчи очень ценные, потому что для команды ФНЛ большая ответственность лежит играть с командой Премьер-лиги. Поэтому они выложились на 100%, но, как видите, в пенальти мы посильнее оказались. А серия пенальти, я знал, что я делаю, в принципе, и хорошо удалось выручить пару раз. Обидно было, когда попросили перебить? Нет, я уверен был на 100%, что мы выиграем. Просто это всего лишь вопрос времени был, поэтому... рефери так рассудил, значит, так было. А после матча, таких матчей, как с Ростовом, да, очень важно сразу же выиграть. Вот сегодня как раз удалось это сделать. Насколько это действительно важно было для вас, чтобы дальше уже идти лучше? Да, действительно важно, но я говорю то, что по составляющей игры я ожидал большего от своих ребят, как бы от самого себя. Но получилось так, как получилось. И не знаю, надо работать дальше, прибавлять. Арсенал сегодня вновь показал игру. В одном тайме одна, во втором тайме другая. С чем это связано? Yes, sometimes the... Football is like this. Да, как вы знаете, что футбол – это такая игра, что да, у нас иногда есть шансы в игре, иногда их нету, но это была сложная победа для нас, и хорошо, что в итоге нам удалось с трудом, но победить. А серия пенальти, насколько вы к ней готовились вообще, и сложно ли она получилась для Арсенала? No, I think we didn't prepared. Специально мы к этому на тренировках не готовились, но мы все опытные игроки, поэтому понимаем, что такая ситуация в игре может быть. И когда дошло до серии пенальти, мы просто должны были в этот момент переключиться и подготовиться к этому моменту. We have to switch our mind and to prepare for the penalties.